rats up, rope, rats up, rope, rats up, rope, rats up, rope. Пупсик. Йоу. Опять рыб. Ну шо, рассказывай, как дела? Подписчик. Нормально? Нормально, здесь все нормально. Покажи нашу погоду. Тема, да? Уже дождь перестал. Девочки, давай вот это вот гору покажи. Классная гора, да? Работаем в поте лица. В поте. Ночью будем купаться. Возле трака прямо. Я вам покажу на ассистенте. Ну да, с тебя дорога, как красиво дорога. Тема шикарна. Не было дешево. О, you welcome to Massachusetts. Приехали, поехали. Вытаскиваем розеточку со светиком. Все, свет потух. И поехали. Андрюха, а там ты сейчас с правой стороны полуподножки. Это в конденсат кондиционера, да? Там, да, там всегда ты че. Вечерний ужин. Продуктики. Сейчас будем готовить мяско, жарить картошечку в нашем прекрасном траке. Помидорки, фруктики, хлебчик, бананчики. Сейчас мы все пожарим. Прикольно так смотрится. Вот так водителя катаются, мяско жарится, шварфит, готовы. Такие баллончики у нас, волмартовские, картошечка, ночлежка, обязательно для мусора. Вот так вот. Жарим оленя сбитого. Перевертай, попрыгай мясо. Круто. Ладно, неплохо. Фруктовый чай дальнобойщик. Один к одному. Пакетик, одна лимонка и чашка воды. Фруктовый чай.
Вот так мы сейчас попытаемся. Овощи для дальнобойщика. Да? Завтрак. Вот такая шикарная выгрузка в таком шикарном месте. Домик, просто мечта хозяйки. Майонез мечта хозяйки. В таком шикарном месте, просто поля, дома, дистанция, шикарно, прямо детство, деревня, бабушка, каникулы, озеро, два гаражика, домик, ну просто кайф, а? Называется сельский кайф, и мы, цивилизация. Thank you.